Так, товарищи, сейчас пришла курьер, принесла мне вот такую штучку. Я решила зарегистрироваться на сайте, и ГФК называется сайт, ну вот, типа, сканер ГФК. В общем, это социальное такое исследование, что ли. Вот, в общем, я решила поучаствовать. Мне принесли, собственно, вон он там сканер, там инструкция и господи, инструкция и каталог магазинов там со всякими штуками. В общем, буду изучать, смотреть. Вот, пока не знаю, как вообще все это будет происходить. Надо сначала инструкцию изучить. И если кому интересно, более подробно, если кто заинтересовался и тоже хочет поучаствовать, то пишите в комментариях, я оставлю ссылку. Ссылку оставлю. Пишите в комментариях, и я вам тогда отошлю ссылку и какую-то информацию, куда насчет этого обращаться. Вот, если интересно, потому что я так понимаю, что они себя не особенно афишируют, но при этом новые как бы участники там периодически к ним присоединяются. Вот, в общем, вот такое мое приобретение, такая новинка. Я думаю, что я с этим справлюсь, и будет интересно. Я вам потом расскажу в видео, во влогах или в каких-то других видео, как пойдет. Вот так вот. Привет, друзья, привет, подписчики мои дорогие. Сбегала я, наконец, на рынок. Сегодня у нас уже четверг, что-то как-то раньше не получалось. Понедельник, как я говорю, у нас был санитарный день, но потом какие-то другие дела были. Вот. И, наконец-то, я взяла... Сливки пришлось купить на рынке, жутко дорогие. Вот. Ну, не хотелось идти кругом с тяжелыми сумками в какой-то еще магазин. Вот. Взяла разные орехи. Хочу сделать, знаете, такую... с медом тоже видела у кого-то из девочек в блогах, во влогах, видела баночку такую медовую с орешками, ну, на зиму очень полезно, вот, и, наконец-то, творог свой киржачский 5% взяла, еще заскочила в зоомагазин, взяла вот такой вот ликвидатор для Алиски, так, сейчас, покажу вам поближе. «Верный друг» называется. Для кошачьих туалетов, по-моему, с лавандой. Ну, в прошлый раз у нас был лавандовый запах, очень прикольный. И еще две упаковки, собственно, Кузи. Кузи нам, так сказать, больше всего нравится. Другого аналога я пока не нашла подходящего, кроме Кузи. Вот, и вроде бы все, и сейчас буду сканировать. Вот так вот. Я вам говорила уже, что я теперь подписалась на сканер, так что буду сейчас сканировать. Поскольку у меня нету штатива пока, я не могу одновременно и снимать, и сканировать. Может быть, в будущем покажу вам, как это делается. Вот такие были пока что покупочки на сегодня. Сейчас буду всем этим заниматься. Пока-пока, до новых видео.